Бывшая модель Хайди Клум и музыкант Том Каулиц сейчас самая-самая горячая пара в сети. Хайди 45, она на 16 лет старше Тома. Недавно объявили о помолвке. Только Антонио Бандерасу от этой парочки дурно. На одну из премий он пересел от них подальше. Его возмутило поведение Хайди и Тома. Он назвал это нелепым эротическим шоу. Как в театре. Хайди и Том могли бы обидеться, если бы заметили Бандераса. Они не отвлекались. Почему-то Николь Кидман и Кит Урбан Бандераса не раздражают, а ведь они тоже сладкая парочка. А для пользователей сети самые ненавистные влюбленные Меган Маркл и принц Гарри. Не просто сладкие, приторные, а вот горькая правда. Видеть неискренние улыбки и заискивающие взгляды Меган рад только Гарри. Герцогиня Кэтрин сделала себе подарок на недавний день рождения. Не пригласила Меган на праздник.